В описании в предыдущем видео по Neo запчасти я оставлял его телефон, координаты. Кому-то надо, звоните. И мне уже в комментариях писали, где он находится, дай телефон. Вот так что, ребята, в описании. И в этом описании я еще оставлю телефон на запчасти погрузчик Neo в Екатеринбурге. Так что звоните, узнавайте. У него есть Емамбур еще, по-моему. Еще щетка. Ну, по телефону узнаете. Я не помню, он мне там говорил, много чего рассказывал. Все не запомнишь. Так что звоните, узнавайте. Именно на погрузчик Neo. И запчасти, и всякие агрегаты. Так что можете узнать у него самого. О, племяш пришел. Иди сюда. Иди сюда. Ну-ка, залезь. Давай сюда, чтобы тебя было видно. Поздоровайся с парнями. Всем привет. Вот. Ты помогать пришел? Угу. Молодец, здорово. Ну что, где твой трактор? Что-то я не слышал. Кто обычно гремит, там едет. Ну, там дома стоит. Вот дворе стоит. Летом окна открыты, он едет, тарахтит этот пластмасской, как будто настоящий трактор. Я говорю, ты что в 6 утра-то гоняешь? Я кататься вышел. Я говорю, вот не спится парню, в 6 утра уже на тракторе гоняет по улице. А далеко слышно, окна открыты. Тишина. И он там брррррррр, это бренчит у него. Пластмасска, да? Ну что, там ну, тебе уже надо новый трактор покупать. Ну ладно, ой. Можно новый, да? Ну ладно, я смотрел по интернету, нету. Надо уже с двигателем какой-то. Газонокосилку, похожую на трактор. Чтобы работал, снег толкал я. Да? Ага. Ладно, давай, я тебе сейчас подожди. Сейчас я ему помощнику моему стульчик дам. Надо, садись аккуратно. Рассказывай, как у тебя жизнь? Да хорошо. Блин, уже заморался. Ну это ж тракторист, мать тебя сейчас убьет. Нет, это уличная. А это уличная? Да. Что ты сегодня не в школе? Должен мне еще ну... Каникулы? Да, нет. Выходные? Да, выходные. А, забыл даже, как называется. Ага. Так, ну что, я буду пока мазать. Это, я думаю, не очень кому интересно. Продолжим через пару секунд. Да, Тём, продолжим потом? Да. Ну все. Ну что, буквально мы сделали чик-монтаж, типа монтаж, на паузу ставили. Я все приготовил, сейчас будем собирать остатки. Витяш, ты забыл свечу накала. Вот она. А, вот она. Так. Блин, видите, одна голова хорошо, две лучше. Чуть-чуть. Так. Свеча накала, точно? Смотри, ты уже шаришь. На, собери за меня трактор, а. Я пойду поотдохну. Покурю хоть, перекурю, а. Молодец, молодец. Так что, друзья, учите молодое поколение, видите. Кто будете потом старенький, будет, памяти не будет, и никто вам не подскажет. Да, Тёма? Да. Молодец. Так. Теперь ВД-шкой мажем. Пахнет тогда? Угу. Да? Фигня какая-то. Химия вообще. Не как ВДшка пахнет, да? Так, теперь нам надо... Ух ты! Попасть туда. Да, да. Да. И потом, чтобы она у нас... Блин, совпала здесь. А. Так, красиво. Пока идет все красиво, да? Артем Сергеевич, все нормально? Да. Так. А где у нас Вадим Сергеевич сегодня? Он дома лежит на кровати. Вот хорек, а.
Смотри, ух ты, что-то мы забыли. Массу приделать. Да? Да. Точно. Молодец. Артем Сергеевич, ты красавчик. Так, а ключик на какой тут? На 13. Да? Ага. Ребята, сорвалась резьба на одном болту. Блин, а? Вот фигня такая, а? Да. Смазалась герметиком. И чё? И фигня получается. Сейчас надо, знаете, что найти? Там еще половина резьбы осталась. Закрутить шпильку сюда. А потом уже гаечкой притягивать, чтобы не сорвать остатки той резьбы. Сейчас я пойду искать шпильку. Опять на паузу. Быстренько сгоняю. Так, ну что, друзья, я взял, короче, подлиннее болт, вот такой, отрезал его, загнал туда, еще на сантиметр он вошел помимо этой резьбы, так что он держать будет. Ну и все, он получился нормально. Так, еще что, пока я делал, да, мне пришла такая, размышление такое пришло. То есть, стоит турбина, создает давление сюда, а здесь вот этот компрессор берет запитку. То есть турбина давит, да, по логике, но она не создает давление, потому что компрессор постоянно качает. То есть надо отсюда, запитка должна быть где-то вот с того места, где вход в турбину. То есть запитываться оттуда надо. Либо поставить отдельно фильтр, чтобы турбина работала полноценно. То есть тут она работает неполноценно, то есть может быть она вообще давление не создает. То есть вот это качает хорошо, здесь еще просто пластмасска на трубку одета. Может быть здесь сифоник, вот в этих местах. То есть понятно, да? Сейчас мы еще проволочку, чтобы не забыть, оденем для свечи накала. Ключик. Блин, кто-то у меня ключик на 8 брал, не помнишь? Нет. Ты не брал? Нет. Ну ладно. А с габуцами же тоже можно закрутить? Да. Думаешь?
Так, вот такие дела, парни. Компрессор, да. Сразу в компрессор тоже дунем туда. Заодно резьбу смажем. Вон, видите, шняга полезла оттуда какая. Ну, будешь так користом пахнуть, хотя пахнет, вот чем она пахнет? Чем вкусным таким, да, пахнет? Такая очень приятная на запах, жидкость какая-то. Так, ну что, будем собирать теперь дальше, нам надо же собирать, да? Многие скажут, ты задрал везде эту ВД-шку, уже брызгаешь и брызгаешь. Ну, ребят, зато я не мучаюсь потом откручивать болты. Вот. Ну, сходи. Парень в туалет захотел у меня. Он говорит, что я его не пускаю. Сходи, сходи. Так. Вот этот шланг, он вообще сильно нагревается. Когда качает. Это выход с компрессора. А у него еще здесь на 18 ключ. И гайка мягкая. Капец, короче. Короче, полный капец. Блин, сегодня, наверное, видео получится вообще длинное. Болтаю тут с вами. Ну, хоть что-то как бы рассказать. Может, правильно кому-то рассказываю. Может, кто-то скажет, я получше знаю тебя. Можете свои оставлять комментарии. Почитаю. Я читаю все комментарии. На все стараюсь отвечать. Которые плохо пишут, там, я уже не обращаю внимания, просто делаю пиу и удалить. Так что я мониторю свой канал, ну, не всегда получается, но мониторю, все плохое выкидываю, чтобы оставалось хотя бы настроение нормальное. Ну и остальные, кто нормально пишут, ребята, чтобы им было, ну, приятно общаться и со мной, и я как бы с ними общаюсь. Ну, кто плохо это, я стараюсь не общаться. Просто закрываюсь от всех и все. Ну, не от всех, а от тех, кто плохо пишет, короче. А кто хорошо пишет, ну, может быть, видите, я тоже все равно мониторю, и я на свой ус, так сказать. О, слышите? Это трактор едет. Сейчас. Смотрите, минуточку, я поверну камеру. Слышите, как грохочет? А утром это вообще невозможно. Спать охота, а он гоняет в 6 утра, уже гоняет на нем. Вот он, едет. Ну, тракторист, а. Ну, отгони его туда дальше. А то тут споткнусь через него. О, видите, ко мне в гараж приехал, парняне. Ну все. Что ты на него хотел сделать, Тёма? Я хотел на него сделать трубу, чтобы, ну, выхлопную трубу, чтобы красивее было, как на пионерчике. А, молодец, красавчик. Ну мы на него пока ничего не будем делать, он уже тебе по росту маленький, да, маленько? Потом позондируем, мы, может быть, что-то такое найдем. Какой-нибудь трактор ему найдем. Калитку закрой за собой. Так, мы немножко отвлеклись. Я свою студию, давайте, поверну еще немножко.
Вот так сделаю. И вот так сделаю. Вот. А то многие говорят, что камера трясется там. Ну, у меня нету стабилизатора. И этот ноутбук у меня сломался. Так что я нигде не монтирую. Вот он как есть, так снимает. Ты что, сюда пойдешь? На свое место? Да. Блин, толкайся. Прыгай. Так что вот так, друзья. А иногда я вот так стою, базарю, или кто-нибудь придет, хотя, как Артем приходит, да, и еще я начинаю собирать, а было на улице жарко, и ворота открыты, и каждый идет мимо и заходит сюда то покурить, то поговорить, то сфотографироваться, то спросить пофотографироваться возле трактора. И вот так за целый день меня отвлекают, во-первых, я, блин, то там забуду. Во-вторых, скажем, покурить, это 5 минут покурить, плюс 5 минут поговорить, а 5 минут поговорить, это полчаса, час. И, в общем, вот такая канитель у меня выходит. Сейчас вот ворота я закрыл, и хочу по-быстрому все это дело как бы сделать. А Артем Сергеевич мне вообще не помогает. Да? Ага. Нет? Ну. На, дай мне ключ. Дай мне ключ. Да. О, ключ подал. Ты не с той стороны сел просто, да? До ключей далеко. Так, на 21 тут ключ. Ага. Мне прям так удобно тут, капец как. Артем Сергеевич. Ты возьми, перейди вот так, стоя туда на ключи. Да? Нет, нет, прям по этому иди. Вон, держись только. И будешь как раз ключи туда. Я тут встану. Вот ты за кадр ушел, да, мне? Так. Ну что, самое главное, чтобы не забыть ничего. И шланги уже деревянные. Но... если менять, надо менять все, а пока еще на зиму мне хватит, чтобы летом поменять. Давай, Владимир Сергеевич. Что? Мне хватит еще на зиму покататься? Хватит. Да? Даже еще пионерчик есть. А, то есть можно этот бросить и на другом кататься, да? Ну и можно новый купить, если только есть будут деньги. Ну логично так-то, ага. А это... ты-то зимой что делаешь на тракторе? Я катаюсь на их. Зимой ездишь? Ну чуть-чуть, ездим. Или по дому? Зимой иногда по дому ездила, сейчас... Я же видел, что ты его помыл, и потом он у тебя дома возле там. В прихожей стоял у вас. Ты на нем дома катался, что ли? Да, потом мы его вынесли, и я чуть-чуть зимой покатался, и опять занесли. А, то есть ты зимой чуть поездил, да, на нем? Ага. Только надо резину перевернуть. Ну, от старой камеры от машины можно приделать, и он не будет застревать в снегу. А, он у тебя буксует, да, в снегу? Да. Короче, у тебя нет зимней резины. Да, ну да, можно поставить. Можно поставить зимнюю резину, да? Блин. По льду я тоже могу скользить, как ты, на своем тракторе. Вставал на... А ты знаешь, что в природе, как бы, нету зимней резины на трактор? Всесезонная. А всесезонная... самое хорошее это МТЗовское, адаптированное для российских условий, да? Угу. Ну, говорят, еще есть финны делают резину, но почему-то ее у нас в России нету. Не знаю, может быть, даже вы, ребята, если кто знает, зимняя резина на МТЗ, подскажите.
И мы будем вести диалог по зимней резине. Наберите меня в канале, там в комментарии напишите, какая марка или. Потому что я объездил много компаний с резиной. Они, ну, что-нибудь подберем. И в итоге индийская, там китайская, еще какая-то. Но у них нет адаптации.